А кое-кого даже с работы уволили за то, что он с Трампом по телефону разговаривал. Ведущий американского шоу Today Билли Буш лишился работы. Причина как раз-таки в нем, в Дональде Трампе. Дело в том, что они как-то в 2005 году долго и весело болтали по телефону. И миллиардер тогда, кстати, в этой беседе, опять-таки раскрывал свои тайны похождений, сексистские взгляды озвучивал в отношении женщин и откровенно делился любовными победами. Многие посчитали, что Буш специально провоцировал Дональда на подобные разговоры и не предупредил его. Запись ведется для разговора. Рано переживать за судьбу ведущего. По сообщениям источников, телекомпания NBC выплатила ему крупную сумму, которой он остался доволен. Но вот недовольный пока пребывает только супруга Дональда, Мелания Трамп. I said to my husband that, you know, the language is inappropriate. It's not acceptable. And I was surprised because that is not the man that I know. And as you can see from the tape, the cameras were not on. It was only a mic. And I wonder if they even knew that the mic was on, because they were kind of a boy talk, and he was lead on, like egg on from the host to say dirty and bad stuff.